Скажи привет камере, всем привет! С вами канал Артмания. Да, 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 о! Все, ты все пинаешься, да? Приехал Дима, вчера мы так устали, снимать не стали. Да, да, да ты бесишься, бесишься, батюшки. У него там подушка, он на нее падает. Он аж примялся, по-моему, все. Да, да. Ой, ой, ой. Ты играть охота. Сейчас мама мясо расформирует. Будем с тобой играть, беситься будем, да? Да? Дё, подождать надо еще. Я здесь твою еще каки жду. Дё. Дима сегодня пробует у нас... не обычные памперсы, а как их называют-то? Тканевые. Такие памперсы. Да? Даже, по-моему, сейчас у них. Они более дышащие. У нас еще вдобавок жара очень сильная. Да? Очень сильная жара у нас. Где? Вот так ты спишь. Да? Вот так ты спишь. Или вот так? Ты гимнаст? Дима? Дима, тебя не видно за ногами твоими. Где Дима? Вот он, Дима. Ку-ку. Нет Димы. Нет Димы. Вот, а ноги убери. Убирай, убирай, убирай. Вот он, Дима. Ку-ку. 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 А, снесешь ты кровать эту. Побыл у бабушек. Приехал совсем другой. Да. Взъерошенный весь. Взъерошенный. Тебя укладывать уже скоро надо будет. Тебя, не пойму, там подстригли, что ли? Что-то какое-то. Вроде уезжал ты у меня... Другой. Где? Поймаю сейчас тебя. Поймаю тебя сейчас. Поймаю. Поймаю, поймаю. Поймаю тебя. Поймаю. Так, ну вот я показываю мясо, которое мы купили. Тут вот просто вырезка. Тут вот побольше немножко. Но в основном я вот такие вот люблю. Вместе с жилками. Но вот я только чуть-чуть нашла. И то женщина не хотела продавать. Что-то все пыталась там отрезать. Или продать мне как есть. Вот. Ну а тут вот тоже жилки. Вот всякие такие немножечко с мясом, потому что а у меня зубы плохие, мясо, мне жевать очень как бы тяжело очень, и болезненность очень сильная. Когда начинаю есть мясо, оно забивается во все щели. Вот, и потом их вычистить очень-очень сложно. И в итоге у меня появляется кариес, который не хотелось бы, чтобы появлялся. Вот, а жилки их там, они мягенькие, их жевать почти не надо. Чуть-чуть так мяк-мяк, и все. Да, ну, в принципе, я очень люблю всякие жилки. Вот. И иногда, сейчас в нашем мире сложно найти, иногда вот такие вот покупаю себе. Сейчас я их помою, расформирую. Вот. И, наверное, просто уже после диеты, наверное, просто в кастрюльке отварю себе там несколько штучек и съем. Ну, то есть, наверное, вот этот вот, как вот этот вот. Это, наверное, оставлю, может, так же или... Хотя нет, наверное, раскидаю его по другим мешочкам просто. И все там. Посмотрим сейчас, сколько у меня мешочков получится. Ну, хочется просто действительно на самом деле мясо. Ну вот. Такой альтернативный способ я себе придумала. Уже покупала, кстати, не первый раз так. Мне нравится. Короче, получилось у меня вот так. Также три мешочка. Я все перемыла.
Тут вот прям какие-то кожурочки получились. Вот их посмотрим, я их отварю, если они будут несъедобными, наверное, собачкам раздам. Хотя, честно говоря, в нашем городе сейчас бездомных собак найти очень сложно становится с каждым днем. Вот, ну, либо кошечкам. Кошечки, кстати, по-моему, у нас есть. Не знаю, вот там. Там вот я разложила то, что можно есть. Решила разложить на два мешочка. И тут третий мешочек, который, ну, который вот был маленький, в принципе, он так и остался. Его помыла, решила разложить так, потому что потом, когда отваришь, не оказалось, что тут половина несъедобная, как было у меня, допустим, в прошлый раз. Вот, ну, там прям такие кожурки явные. Видимо, как раз тут между мясом прослойки, толстые такие. Вот, я их все сложила сюда, ну, потом посмотрим. Как с ними поступить. И вот купили мы еще сливки. Она уже превращается в сметану. Но нагибая ее, смотрю, она немножко сползает. Вот видно. Вот чуть-чуть еще сползает. Еще не превратились окончательно в сметану. Хотя, честно говоря, странность. Я помню, как она ее наливала. Домой пришли мы, ну, погуляв там, все. На улице не лето, не жара, конечно. Холодно, все равно зима. Она уже была в таком же состоянии, даже еще холоднее гораздо. Ну, и в холодильнике немножечко постояла. Как бы странно, она уже была по ощущениям похожа на сметану. Хотя наливали прям сливки. Там, ну, прошло где-то часа 3-4, как мы гуляли. Вообще странно очень. Обычно, сколько я помню, бабуля, мама мне покупали сливки, холодильники даже. Холодильники, да, там тоже холодно. Не знаю, гораздо и гораздо холоднее. Также, наверное. И спокойно стояли сливки, прям были сутки, двое, трое. Там на третий, четвертый сутки по-разному там загустевало. А тут уже превратилась она в сметану. Не знаю, почему. Почему так происходит. Вот. Буду из него готовить я маслица. Хочу попробовать приготовить. Готовить, наверное, скорее всего, буду вместе с вами, если получится. Тогда, ну, в любом случае, я думаю, я выложу. Но если не получится, тогда не выложу, наверное. Не знаю, посмотрим. Вот, это будет отдельным роликом. Я посмотрела много роликов. Вот, и хочу попробовать сама. Здесь, кстати, пол-литра, но уже поменьше немножко, я уже тут поела, потому что я очень сильно люблю сливки. Вот, и устоять перед ними не могу. Но вот эти, кстати, не очень вкусные, бывают прям сладкие такие вкусные. Надо было все-таки мне попробовать. Вот, я никогда не пробую, потому что все время обычно лопаточек специальных, ложечек ни у кого нет, и они просто вам на руку капают, а поскольку у вас рука грязная, то получается даже там мед, допустим, горький, там сливки становятся горькими, то есть, ну, из грязных рук есть, даже лизнуть просто, там якобы ничего не будет, мне кажется, можно зацепить кишечную палочку там также и все прочее. Вот, поэтому я не попробовала, ну, наверное, в следующий раз буду покупать у себя на рынке, искать ту самую женщину, которая будет вкусно. Вот, стоило, да, стоило это 250 рублей. Вот, не знаю, в других местах сколько стоит. У нас вот так было. Ну, она вот прям мягенькая. Хотя, не знаю, мне все время бабуля, мама приносит сливки в стеклянных баночках. Даже не знаю, какая она должна быть. Но нужно довести ее, пока она превратится, вернее, в сметану. Пока что у меня еще есть пару дней в запасе. Будем ждать.